Здравствуйте, товарищи! Это Старый Стратеговод, и сегодня я решил записать очередной ролик про Armored Warfare. Честно говоря, из названия вы уже поняли, о чем пойдет речь, о том, как у меня бомбит. Но бомбит у меня не по простой причине, а по весьма серьезной причине, и у нормального, хорошего игрока тоже будет бомбить. В прошлую пятницу у нас на Discord-канале игры был своего рода такой подкаст. У нас некий Филипп Хальсклау, ну, то есть это админ сервера этого. И по совместительству еще и человек, который сообщает информацию о разработке, да, там, если через него может какие-то вопросы передать, там, проблемы игры и так далее. И вот недавно запустили такой, опять же, подкаст. Почему у меня бомбит? Да потому что мне ответы, которые он передал от разработчиков, мне очень не нравятся. Ну вот серьезно, давайте сначала их послушаем, да? И конкретно я выскажу свое мнение. А вы уж согласитесь или, если что, не согласитесь, пожалуйста, оставляйте в комментариях это свое мнение. Или какие-то, может, поправочки, или, может, у вас совсем другое мнение по этому поводу. Начнем давайте с самого животрепещущего вопроса, это режим Царь Горы. По одной информации, вроде как его хотели вернуть, я даже не буду говорить по каким источникам, но вроде как мне вот чуть ли утвердительно сказали, что его вернут. По другим сказали, что нет. И вот во время вот этого вот ответа на вопросов подняли этот вопрос, что же там с Царем Горы. Админ четко сказал, его не вернут. Меня от этого бомбит, потому что он сказал, что в приоритете режим «Туман войны». Что это такое? Это тот же ранговый бой, только к нему добавляется, что во время боя не будет показывать, против кого ты играешь. И чего? Это что, режим должен быть в приоритете? Серьезно? Что в нем такого? Царь Горы, какой бы плохой, хороший он не был, он действительно привносил что-то новое. Альянсы боролись не за конкретное какое-то место. Они готовы были проигрывать, лишь бы поднять ранг. И они готовы были тренироваться ради этого, чтобы побеждать и получать реальные награды. Какие-то там прем-статус, ускорители, зелень и так далее, сундучки и тому подобное. Я не знаю, почему разработчики не хотят просто вернуть отлаженную механику, которая всем зашла, я еще раз скажу. Почему вы, разработчики, так делаете? Люди все вам говорят, верните Царь Горы, верните Царь Горы. А вы говорите, нет, мы его не вернем. Ну где логика? Вы хотите вообще, чтобы эта игра процветала? У меня такое ощущение, что нет. Давайте рассматривать с точки зрения финансов. Если в игре появляется контент, который ожидает то или иное количество игроков, а в данном случае это больше половины уж точно, то есть те люди, которые связаны с Альянсом, они 100% этого ожидают. Вы тут говорите, что мы не вводим никакой принципиальный старый или новый режим для Альянсов, а занимаетесь каким-то туманом войны. Ранговые бои — это хорошо, но извините меня, это писькомерство. Получить новый улучшенный контракт за счет того, что ты занимаешь какое-то там особое место в рангах? Ну, я не знаю, это не то, что меня прям особо прям привлекает. Да, меня привлекла возможность получить Thunderbolt 2 Аида. Все, меня больше не привлекает. И то меня привлекло это желание, чтобы просто собрать и отправить, я не знаю, там кому-то или себе оставить. Первоначально вообще его не хотел собирать. Меня вот эти сундучки и все прочее меня особо не интересуют. Меня интересует клановая активность, почему ни турниров, ничего нету. Даже никакого турнирнообразного постоянного ивента нету. Нет, мы не будем вводить Царь Горы. В общем, в целом, меня очень жестко бесит этот вопрос. Конкретно я вот задал вопрос, связанный с пехотой в ПВП, выведут ли ее или нет. Сказали нет. Разработчики, у меня вопрос. Если вы называете режим PvP, то бишь people против people, люди против людей, какого фига выводите PvE механики, где от людей не зависит ход игры? Вообще понимаете, что такое PvP? С таким подходом скоро все из этой игры уйдут, и вы закроете игру. Да, вы скажете, это фигня, но извините меня. Многие, кто играл в Армату, они все-таки надеются, что игра все-таки возродится, и они надеются вернуться когда-то в эту игру. Но эта надежда умирает, и надежды уже почти не осталось. Для вас, как для разработчиков и для компании, которая вами руководит, это возможность получить постоянный заработок, причем немалый. Вы сейчас-то немало на кейсах и так далее получаете из-за марафон. А с этого вы что, не хотите денег, что ли?
Ребята, может, вы головой будете думать? Дальше. Рейтинги альянсов на сайте. Честно говоря, меня не волнует этот вопрос. Меня эти рейтинги, насрать на них. Сейчас эти рейтинги, даже если они будут работать нормально, кто на них будет смотреть? Вы хотите сказать, что у нас в игре прям скилловики остались, прям очень много их, у нас их по пальцам осталось посчитать. Уже средний игрок считается с уроном 2000. Раньше 2000 я считался нуб. Сейчас это хороший средний игрок. Это показатель того, что рейтинги альянсов особо-то не нужны. Рейтинг альянс — это вот ранговый бой. Вот серьезно. И то там рейтинг потому, участвуешь ты или нет. Если ты активно участвуешь, вот у тебя высокий рейтинг, отлично. Почему пехоту не хотят вывести из ПВП? Ну я объясню, ребята, не обижайтесь, но есть у нас множество игроков, так называемых раков, которые реально плохо играют. Либо которые играют в основном в ПВЕ. И когда выходя в ПВП, они просто теряются. Они ничего не могут настрелять. Добавили им пехоту, они гарантированно 1000-2 наносят, они теперь крутые. Ну извините меня, из-за этого реально уровень среднестатистического игрока реально упал. Может быть не по цифрам, потому что по цифрам нам пехота поднимает или удерживает. А вот реально по качеству. Это видно. Что касается артиллерии в столкновении и стандартном бою. Меня очень не порадовал вопрос. Если ладно, то что артиллерия в стандартный бой даже не планируется, ладно, это еще понятно. Это логично было, это такой вопрос, то что ведете, не ведете, и он появился, может, подумаем. Это понятно, ладно, хорошо. Но то, что ответ насчет артиллерии в столкновении, то, что ее собираются водить время от времени, а не постоянно, ребят, ну, сколько положительных отзывов вы собрали? Сколько людей ждет, что вы в столкновении ведете артиллерию? А вы тут то пишете на официальном сайте, что, соответственно, мы обязательно возвращаем артиллерию, и тут у нас начинается баганутый 0.32, и вообще фиг знает, что происходит, и вы вообще говорите, что мы будем вводить ее редко, эпизодически. Ну что это такое? Вы определите, пожалуйста, что хочет народ, что нет. Если вы не будете делать то, что хочет народ, народ просто уйдет. И так уже народ после вашего прекрасного 0.32 с багами и так далее. У меня он до сих пор черный танк и прозрачный. Никогда такого не было. Он даже поддержка не может помочь с этим вопросом. Все перепробовали, ноль результата. Вы аккуратнее делайте. Может быть, помедленнее вам все делать. Может, вам нововведений меньше делать, но зато, может, покачественнее, ребят. Планируется ли введение новых классов техники? Ответ такой. По сути, в игре имеются своего рода уже гибриды. К примеру, ЛТ и ИТ. Ребят, вопрос звучит. Планируется ли введение новой классы техники, а не та, которая введена? Вы можете конкретно отвечать на вопросы? Мне вообще сам ваш ответ не нравится. Мы вроде не в политике, где можно и где приветствуются такие туманные ответы, потому что прямолинейные ответы и прямолинейные заявления часто ведут к плохим последствиям. Мы что, вообще о политике, что ли, говорим? Конкретно сказали бы, нет, не планируется, и все. Что меня порадовало, это вот примерно через месяц, то есть примерно, когда выйдет обновление 0.33, планируется новая карта. Плюс к этому хотят еще и добавить дополнительно пулемет. То, что я как понял из ответов, то, что их, возможно, на танке будет не один и не два, и, возможно, различных калибров. Это хорошее дело, потому что пулеметом ты можешь, даже не нанеся урон, сбить базу, к примеру, попав по пушке, не поломая ее, да, даже не повредив, или по гусеницам. База сбивается, это очень такой интересный геймплейный момент. Мало кто этим пользуется, но вот теперь, если вы в курсе, теперь-то вы уж точно в курсе, теперь вы можете этим пользоваться. Пулемет-то очень полезная вещь, на самом деле. Даже если пехоту убрать, он все равно в геймплейном смысле, у него ниша остается. По легкобронированным целям стрелять и сбивать базу, или там, опять же, удерживать на той же сбитой гусенице. Если он с гусеницы сбитый, пулеметом можно, если постоянно стрелять, удерживать на сломанной гусенице. Подводя итог, было еще много вопросов, по моему мнению, остальные незначительные. Я хочу сказать, видимо, разработчики не понимают, что нужно игре. Игре нужен хороший онлайн. Как его поднять? Я об этом уже говорил, рассказывал в предыдущих своих роликах, посмотрите, это... Армата ты точно, Armored Warfare ты точно Армата и прочие, да, что ты сделал для Армата и так далее. Я не знаю, смотрят ли мои видео разработчиков, скорее всего нет, потому что все-таки канал у меня пока маленький. Но, ребят, реально, головой подумайте, если у вас будет хорошая игра, у вас будет постоянная работа. Хорошая игра, потому что приносит хорошие деньги. Может, пора очнуться? Реально, танковые шутеры очень популярны в СНГ. И даже сейчас... прекрасно все проведете работу над ошибками, вы прекрасно можете эту игру перезапустить. Да, может, онлайн будет не безумный, там 300-400 тысяч, но 50 тысяч хотя бы онлайн стабильный,
вы можете сделать. Сейчас какой онлайн? В PvP в лучшем случае 1000-2, и то это по вечерам. В лучшем случае, а то и меньше. И в PvE примерно 2-3-4, ну ладно, 5000, я добрый. Ну ладно, я очень добрый, всего с PvE и столкновений и так далее, 10 тысяч максимум бывает. И то, извините меня, это по большим праздникам, по-хорошему не более 5000. И вы после этого отвечаете на официальном сайте, что онлайн, который сейчас есть в игре, в Armored Warfare, вас устраивает. Вы серьезно, да? Ладно, на этом я с вами прощаюсь, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Старый Стратеговод, до свидания, товарищи!